Александр Домогаров попал в неприятный скандал. Знаменитый актер объявил, что ушел из театра имени Горького, где в последнее время был трудоустроен параллельно с другими рабочими проектами. Звезда российского театра и кино, объявляя об уходе из театра имени Горького, не стеснялся в выражениях. Актер уточнил, что в последнее время между ним и руководством театра возникало немало разногласий, что и вылилось в закономерный уход из культурного учреждения. Актер назвал театр имени Горького лжетеатром, а после с пренебрежением отметил, что зрители теперь не увидят его в спектаклях этого культурного учреждения. Домогаров подчеркнул, что он остается действующим актером театра Моссовета, который, судя по его риторике, является его любимым местом работы в отличие от того же театра имени Горького. Что конкретно Домогаров не поделил с руководством театра. Актер не уточняет, но дает понять, что разногласия с руководством продолжались в течение достаточно продолжительного времени. Зато известно, что в театре Горького он играл в паре с Юлией Высоцкой в постановке Андрея Кончаловского. Кончаловский и Высоцкая пока не комментируют увольнение своего коллеги.